заговорил? Куда он денется? У нас есть имена, даты, места. Волк сдал нам все, даже фрегату. Кажется, чутье вас не подвело, капитан. Похоже, у Макарова появились друзья. Через 6 часов у него назначена встреча с главными советниками. Место гостиницы «Люстик» в центре Праги, рядом со старой площадью. Туда направили группы первого уровня. Правда, я боюсь, они не успеют. Но вы-то рядом? Очень. Я дам знать, когда закончу с этим. Макаров устраивает совещание посреди зоны военных действий. То, что нужно. Самоуверенность ведет к беспечности. Мы войдем с двух сторон. Соуп, вы с Юрием направляетесь к церкви и обеспечите наблюдение. Город перекрыт со всех сторон. Нам нужен черный ход. Оставьте это мне. Добро пожаловать в Прагу, господа. Повстанцы ждут нас в полукилометре к северу отсюда. Давай уже с этим заканчивать. Сила. Твои разведчики не ошиблись. Ты говорил, что тут будет чисто. Уверен, вам все было по плечу. Да ты знаешь, чего нам стоило тебя сюда дотащить? Юрий, напрягайся уже. Встретимся в месте сбора. Идем, Юрий.
успокойся. Я привел друзей.